и его забрали! Эй, полегче! Зак, теперь уймись. Он мёртв! Блин, стой, да ну харе! Я сказала, стой! Да, добро пожаловать в игрушку Мстители Марвела, с вами канал Алекс Плей, это вторая серия, приятного вам просмотра! Надеюсь на ваши лайки и комментарии. Также подпишись на мой канал, если ты этого еще не сделал. И нажми на колокольчик. Ой. Так, а я смогу допрыгнуть? Или нам по лестнице спуститься? Ну, тут нельзя спуститься. Я думаю, нам надо по крышам прыгать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, отлично. По веревке. Ой-ой-ой, у меня уже способности есть! Она не знает? Подожди, она не знает? А когда она узнала о способностях? Или у нее они всегда были? О-во-во-во. Так. И куда дальше? А, я понял. Нажмите X, чтобы вскарабкаться по стене. А. Да, попробуем. А, вон оно как, понятно. Понятненько. Главное, не падай. Я вообще боюсь высоты, ребят. Не хотелось бы сейчас упасть. О, высота тут довольно-таки приличная. Хотя, я не знаю, а вдруг со мной ничего не будет? Я же гибкая. Гибкая девчонка, да? Так что, возможно, я не расшибусь. Так, а можем цель отметить. Окей. Теперь ясно, куда идти. Ой-ой-ой! Можно и так. Везде эти летающие тостеры. Летающие тостеры. А, мне нравится. Ой-ой-ой, что такое? А, записка какая-то. Я понял. Тут что-то еще есть. Так, а куда это? А под палку, что ли, подставить? Спасибо, что подбросил. А, да, видимо, чтобы она... Чтобы упор был, окей. Фу! Нормально. Нормально. А что, мы с тостерами будем сражаться? Воу-воу-воу-воу-воу. Давай, давай! А! Окей, можно умереть. Так, надо на X сжать. Не просто один раз, а именно много раз сжать. Ну, не рычи, не рычи ты так, боже мой. Напугаешь. Так, окей, я понял, я понял. Все, прекрасно понял. Давай, давай, давай. Отличненько. Слушай, по-моему, она тут... По-моему, она знает эту дорогу. Это ее как бы домик, убежище, да? Да, штаб. Ой, конечно, бардак, но это мой родной бардак. Это да. Пусть только попробуют напасть издалека. Руки у меня длинные. Это точно. А во всех смыслах. А мир был бы в бешенстве, если бы это увидел. Хотя мой братец по любому поводу бесится. Груша? Она тут тренируется? Совсем истрепалась. Интересно, они делают такие для огромных кулаков? Так, ты хочешь проверить? Че, я бы потренировался бы. Че, у нас здесь? Карточка. Зачем на тебе? Комикс найден. А, комиксы надо собирать, да? Так, если бы я понял, куда я должен ее утащить. Хорошо, допустим, удерживаю. Катим, 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 катим. Ну, типа, просто откатить, да? Тут что-то, возможно, есть. Зачем ты... А, все, я понял. Чтобы наверх попасть. Другое нужен дело. Мой ноут. Так, давай тут осмотримся, что у нас такое. О, на всех, смотрите, Тора перетащили. Блин, я бы тоже хотел такую игрушку. Смотрите, какая большая. Она явно больших денег стоит. Не знаю, 1030 она точно бы стоила. Так. Джерси Сити. Вау, железный человек. Абу выкинул бы их, если бы увидел.
Он все еще винит их за то, что случилось со мной в День Мстителей. Да ладно, они наоборот, они старались же, ну у всех бывают ошибки, вот, блин. Они же старались, по крайней мере. Они хотели спасти, но их просто обхитрили. Они что, виноваты, что ли? Так, посмотрим. Это Химера? Наверное, запись из реакторного отсека. Доктор Тарлтон. Да, он предатель. Я это понял. Он же был на капитанском мостике. О, Кэп! Что происходит? Он все посрал, мне кажется. А сам убежал. Смотри, закрыл дверь за ним. Да, 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 да. Я сразу понял. Тарлтон запер его? Ты же слышал это, когда они перешептывались. Это неисправность. Он убил Кэпа. Боже мой, он убил Кэпа. А, размножить доказательства надо сейчас размножить, наверное, что? На много файлов. На флешки, на диски. Надо распространить это. О, нет. Это доказательство и их невиновности, а то, что их подставили. Парк героев? Даже не знаю. Вдруг ловушка? Все может быть. А если нет? А если да? Подумай хорошенько. Не, ну конечно ты пойдешь, потому что, блин, иначе не будет приключения. Гоу! Пофиг. У тебя есть способности. Да соглашайся, да. Надо это кому-нибудь показать. А, блин, ну... Я надеюсь, ты скопировала? Хотя бы на ноутбук, на ноутбуке бы оставила запись. Опасно. Флешка может сломаться или потеряться. Действуй умно, Камала. Отдай эту запись и иди. Блин, ну это... Я надеюсь, она скопировала, но это реально опрометчиво, глупо, если она просто взяла флешку и пошла. Это единственное доказательство, ё-моё. Если ее обманут, а если она сломает флешку или потеряет, всякое может быть. Так, подожди, я не понял, а куда идти? А, вон она. Предатель. Фига себе у неё руки. Оу-оу-оу! Давай-давай-давай-давай! Нам надо спуститься или подняться? Ну, давай! Дрын-дын-дын, давай уже. Отлично. А, у меня же длинные ноги и руки. Оттащите другой путь в парк героев. Катастрофа, произошедшая в Макове кораблем. Что это было? Упс. Кажется, кто-то стучит. Не убило тысячи людей. Сотни выживших были заражены чудовищем. Кто это? И получили опасные вопросы. Привет. Обнаружен представитель Нины. В соответствии с протоколом о нелюдях, статья 3, раздел 8.2, пожалуйста, оставайтесь на месте до окончания сканирования. Что такое? Спокойно, не бойся. Сканирование завершено. ДНК нелюдей не обнаружено. Спасибо. А, они нас ищут. Оу! А я-то мутант! Я мутант, они меня ищут. Просто не верю. Я всегда была мутантом или нет, ребят? Напишите комментарий, я просто не знаю. Мне нравится Marvel, но я не очень хорошо слежу. То есть мне просто некогда. Хотя мне нравятся герои Marvel. Впервые иду в парк этой дорогой. Наверное, прямо? Наверное, да. О! Упс. Простите. Так, ну мне нравится загрузка, да? Прикольно. Тут всякие подсказки дают нам. Так, вот тут тоже надо. Раз, два, три. Впервые иду в парк этой дорогой. Наверное, прямо? Наверное, да. Раз Тарлтон врет о том, что был на мостике, кто
знает, что еще он выдумал. Ой, что-то лежит. Так, нам наверх, да? А как я туда поднимусь? Понятно. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! О-во-во-во-во! Жестко! Отлично! Держись! Ты все ладони. Изящно, но получилось. Ладони не натерла. Теперь к статуе Кэпа. Так. Давно не виделись. В детстве родители постоянно меня сюда водили. Давай подойдем. Туда мы не можем зайти. Так, ладно. Нам дальше. А им расчищает место под новую клинику. Тупая идея. Критиковать каждый может. И стенку портить. Сукс. Старк Сакс. Так, подожди, а что с другой стороны? Там мы не попадем, да? Слушай, тут две дороги у меня. Но я все равно сюда выйду. Все нелюди. Все пропали без вести. Вот из-за чего волнуется Абу. Может, тут какая-то отсылка? Это, я так полагаю, все эти мутанты, да? Слушай, прикольно. Мне нравится. Я думаю, скоро все прям... Первый человек, которого назвали нелюдем. Уже 4 года прошло. Я бы хотел за Росомаху поиграть, что-нибудь такое сделать, игру, да? Было бы классно. Отсюда статуя Кэпа видна как на ладони. Так, тут не пройдем. Подать руку помощи, здоровяк. О, это Халк. Статуя Халка. Его прокинули, смотрите. Они не ненавидят, они просто... И рука, смотрите, отдельно. Они ненавидят сейчас героев. Думают, что они виноваты. Но их предали. Кэп. Их подставили. Давно погиб. Слушай, а как он... Может быть, он не погиб? Ну, кто-то его уважает, смотрите. Дань памяти. А, мы знакомы, кстати, мы встречались. Он реально любит их. Танцовщица? А ну отдай. А, это этот фанат, который обменивался журналом с нами. Домой? Правда? Мы только пришли. Эй, выпьешь? Нет, спасибо. Чего? Скорбишь тут, что ли? Да просто решил мимо пройти, и все. Мимо. Ну же, уходите. Ага. А это зачем? Хочешь, чтобы они вернулись? Мало людей угрохали? Что? Нет. Нет? Нет? Нет. А что тогда, м? От нелюдей прешься? Да ладно вам. Тупые фанаты. Хватит! Да они ему ничего не сделали. Ты в порядке? Толкнули. Смотри, а у него подружка есть. Зак, зацени сумку. Чего? Это уже будет лишнее. Вы совсем чокнулись?
Я просто хочу домой, ясно? Эй, харе! Что творите? Мой братишка был на дне Мстителей. Написал что-то про Капитана Америка. Да при чем тут Кэп? А вот при том, он стал весь фиолетовый. И его забрали! Эй, полегче. Зак, теперь он мёртв! Блин, стой! Да ну харе! Я сказала, валим! Она из них! Не трогай ее! Сваливаем! Чувак, ты живой? Не, ну парней тоже можно понять. Но то, что они насилие использовали, это тоже плохо. Что? Ты танцовщица, да? И что мне делать? Ты о чем вообще? Пожалуйста, дай мне уйти. Эй! Надо идти. Так, стрёмная ситуация. Если меня схватят, то на этой стене появится и моя фотка. Не, парней-то можно понять, да? У них сын погиб. Ну, они-то тут при чем? Им не понравилось то, что они как бы защищают их, видите? Потому что они думают, что все-таки они виноваты. В принципе, вопросов к ним нету. Ну, выплеснули злость. Ну, грубовато, значит, правда, грубовато. Следов объекта не найдено. Ё-моё. Так. Идем дальше. Так. Блин, сколько их тут? Надо выбраться. Блин, они же по следам могут меня найти. Попалась. Ну, я просто показал вам плохую концовку. Мы не могли на них нападать, нам надо стелсом пройти. Давайте сделаем это. Блин, сколько их тут? По левой стороне, я думаю. Так. Он отвернулся, мы идем дальше. Я смогу вернуться домой. Они знают, кто я. А, я тут проходила, да. Твоему другу нужна помощь. Давай. Так, можно? Пойдем. Бежали. Пойду в парк. Встречусь с танцовщицей. Тупица, тупица, тупица. Блин, ну я почти... О, как они появились! Понятно. Так, ну что ж, сейчас все будет хорошо. Я просто поторопился немножко, выбежал. Меня заметили. Так, тут надо... не надо торопиться. А за ними, наверное, пойдем. Когда он назад пойдет, он сейчас назад пойдет, и мы выдвинемся. Хотя можно было обойти, в принципе. А все, он уходит. Блин, ну зачем побежала-то? Так, сейчас все сделаем. Можно пробовать через по правой стороне пойти. Давайте попробуем, так будет быстрее, я думаю. Так. Тут их двое, да? Спускаемся. Да, определенно так быстрее. Уходит. И мы проходим, вуаля. Обнаружена ДНК не людей. Она была здесь. Трое. Нам туда не надо. Давай-ка, мало. Думай, где они тебя не найдут? Канализация. Надеюсь, они не умеют плыть.
Запачкалась. Ждем, ждем, ждем. Он, кажется, меня заметил. Возможно, чуть не заметил. Пойдем, пойдем. Отлично, отличная идея. Блин, тут правда воняет очень жутко. У, что, прокатимся? О, нет. Что за гадость? Да, это грязная горка. Когда спускались туда, живо. Похоже, ко мне гости. А, заметили меня в канализации, ё-моё. О, нет, они идут на перерез. Только не говорите, что мне нужно будет нырять. Быстрее, быстрее, проходим, 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 проходим. Ты успеешь, успеешь, успеешь. Прыгай. Упс. Так, по другой стороне. Да, блин. Давай поверху. Главное не торопиться. Класс! Как раз мечтала вечером повозиться в помойке. Тут проход есть. Люди из АИМ тоже меня ищут? И еще телепортируются? Охренеть. Это другие, да, уже? Да, это более опасные. Так, Камела может растягивать свои руки, чтобы захватить... А, вон оно как, прикольно. Мне понравилось. Так, а может быть тут что-то есть? Определенно, да, конечно. Я по-любому карточки, много карточек пропускал. Там были моменты, где можно было не сразу идти. Вроде никого. Так, тогда вылазь. Но я так и знал, блин! Ну, блин! Вырубили! Кто это вообще? Кто посмел? И тем не менее. Обязательно было вырубать меня? Они боялись сопротивления? Отлично. Ты очнулась. Они боялись тяжелой ты моей прости, руки? Прости, эти синтоиды просто действовали по охранным протоколам. Что? Это самый умный человек? Я правильно понимаю? Моника... Не наседай. Херай себе. Что происходит? Было бы актуальнее ему сказать, можешь задавать любые куда вопросы. Куда вы меня везете? Я на все отвечу. В безопасное место. Смотри, какая у него голова. Прости меня. Я слишком умный. Я знаю, что в жизни я не так хорош, как моя голограмма. Зато акционерам она нравится. О, он болеет? О, а что с головой у него? Доктор Тарлтон? Он самый. Охренеть. Зачем ты взломала серверы? Я ничего не крала. Тогда что ты там искала? Может, лекарство? Камала. А им всего лишь хочет, чтобы мы не были бессильны перед властимущими. Практика показала, безграничная власть опасна, гибельна. День Мстителей тому пример. Тебе повезло остаться в живых. Наши технологии помогут исправить их ошибки. Мы сможем вернуть тебя к нормальной жизни. Да, мне все нравится. Я просто угадала пароль, и я не ждала, что получится. Она агрессивна. В смысле агрессивна? Инфекция прогрессирует. Что? Как агрессивно? Я не хотела никому навредить. Конечно. Но вдруг ты снова утратишь над собой контроль? М? Ну что, ну, если вы тоже ты можете утратить над собой контроль. Все могут. Из близких. Если так подумать. Даже мстители поплатились за гордыню.
вы были там? В смысле, когда Кэп погиб? Вы были там? Да. К счастью, Моника нашла меня на мостике. Восстановительная формула спасла мне жизнь. Давай, Камала, сделаем это, да? А им хочет тебе помочь. Я как-нибудь сама. Давай, молодец. Отлично. Схватите ее. Живо. Убегай. Молодец, Камала. Теперь они знают, что ты из нелюдей. Молодец, Камела. Дура. А все правильно ты сделала. Чем ты думала? Вступишь в сопротивление? Ты на свободе. Станешь героем? Героем стать? Ей понравилась эта идея. Нельзя. Стать героем. Ами, Абу, их же накажут. Что я наделала? Ане все-таки не понравилось. Но назад пути нет, они это все видели. Да, ну и, конечно, сложно. Ей нужно найти себе компанию. Старая база щита. Сопротивление знает, что делать. Ну здрасте, теперь побежали. Ага, правильно, сейчас прям сдались мы. Дурите другого. Кто быстрее? Прятаться негде. Надо бежать из города. Ой. Откуда я знаю, куда бежать-то, боже мой? Эй! Да вали ты отсюда! Приперся, блин. Да! Какие ж вы надоедливые! Да пошел ты в задницу, жми! Ха-ха-ха! Давай. Уходим. Нам тут не рады! Остановись! Эй, сам остановись! Да ж ты ж... Что ты делаешь? Как ты меня назвал, тараканом? Боже мой! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Ой-ой-ой-ой! Да что ж вы, остановись, да остановись! Капец, я одна! Не допрыгнула. А что, можно было допрыгнуть? Он мне помогает? А, помогает! Надо валить отсюда! Есть! Фига себе у нее руки! Мне нравится! Как у лягушек из Battletoads. Упс! Видимо, придется драться. Ладно, вперед! О, да. У всех героев есть особая шкала, ограничивающая то, как они могут использовать свои особые способности. Способности мисс Марвел к полиморфии позволяют ей изменять очертания своего тела и автоматически избегать атак противников с синими индикаторами, а также увеличивать силы ее атак. Чтобы использовать способность к полиморфии, удерживайте R2. Каждое использование этой способности опустошает особую шкалу, однако со временем она может подзаряжаться сама. Ну окей. Прошу вас сдаться. Вау, ничего себе! Ух ты ж! Хотите увидеть мои силы? Смотрите! Пожалуйста! Они промахиваются! Вы видели это? Вы это видели? Бам! Получайте! Догадался. Так, ну иди сюда. Отлично. Фига себе, она машет. А? Как тебе хлопочек? Понравился? Бу-бум! Так, лежать. И не вставать. Но кто-то еще... А, ты еще хочешь? Ты еще не получал. Вот так-то мне больше нравится. Упс. Подкрепление, да. Почему бы нам не протянуть новым друзьям? Руку помощи! Боже мой! Фига себе она! Ха-ха! Мне понравилось. Ё-моё, дроны. Просто супер. Все как мы любим. Думаешь, ты там спрячешься? Слушай, мне реально это Battletoads напоминает. По-любому разработчики мотивировались, вдохновлялись Battletoads'ом, когда создавали этого героя.
Так, теперь наверх. Да ё-моё, ты наверх не можешь, что ли, залезть? Я уже здесь. Уйди отсюда. Вроде все. А теперь уходим. Давай, Наки, прикрой меня. Скажи, что я с тобой в походе. Я думал, Nokia. Я думал, что у нее Nokia телефон? Смартфон? Это друга так зовут, да? А, она сим-карту выкинула, чтобы ее не отслеживали, я не понял. Индивид 1102 создает свои точные копии. Разве только цвет глаз незначительно варьируется. Клетки делятся по центру, создавая отдельных индивидов. Она как червь планария, но человек. Именно. И сохраняет воспоминания своего породителя. 0925 выпускает мощные сгустки энергии. И еще минимум полдесятка способны управлять огнем. У нас целый арсенал. Программируемая сила под нашим контролем. Конец героям и их ошибкам. Тебе нужна еще доза. Я в порядке. Че, наркоман, что ли? Ты полгода пролежал в коме. До этого ты задыхался от кашля. Ладно, понятно. Еще пара доз восстановительной формы. А может быть, он тоже этот герой супер какой-нибудь? Суперумный. Боже мой. Они все еще зажигают свечи перед статуей. Если б не молот, я б давно снес ее. Брось ты. Зачем показывать людям, что ты боишься мстителей? Доверь это моим людям. Займемся адаптоидом. Ты права. Эта версия, возможно, мощнее. Она стабильна? Почти. Оу. Что она сделала? По-моему, она... Это какой-то эксперимент, да? Ну, конечно. Это потрясающе. Или так и должно быть? Мы вроде оторвались. Ну давай же, звони уже. Эй, 3 монетки? Чё так дорого? Типа 3 монетки 3 минуты? Как это действует? Вы позвонили Юсуфу Хану. Оставьте сообщение, и я перезвоню. Привет. Я все же решилась. Мы с Наки и другими в лагере. Представляешь, мобильный тут не ловит, и мне пришлось тащиться до автомата, чтобы позвонить тебе. Ага. В общем, ты прав, тут полный улет. Ну, понятно. Буду в воскресенье. Буду паинькой. Она своим... Люблю тебя. Родственникам, да, позвонила? Парню или родственникам? Сим-карту она специально выкинула, чтобы ее не отслеживали. И сказал, что, мол, у нее все хорошо. А у нее все хреново, за ней гоняются, ее хотят убить. Потому что она тоже как монстр, супергерой, я не знаю. Мутант. Да, не сладкая у нее жизнь. Так, и куда мы перемещаемся? Ух ты! Дальняя дорога. В какую-то пустыню, да? Красиво здесь. П-
По-моему, тут раньше была река. Так, согласно теориям из интернета, в этом каньоне есть база сопротивления. Это мой последний шанс. Ну что ж, ребятки, я предлагаю с каньона уже начать новую серию. Если тебе нравится игра, обязательно поддержи лайком, напиши какой-нибудь комментарий. Это все помогает в продвижении этого видеоролика, чтобы я чаще снимал. Вот. Ну и также подпишись на канал, если ты этого еще не сделал. Нажми на колокольчик, пожалуйста. Это для меня очень важно. Я буду стараться дальше снимать для вас годненький контент, искать новинки и все такое. А пока что всем пока, ребят. Спасибо, что смотрите.